Что-то. А. Вот сейчас нормально слышно. Да-да, хорошо слышно? Меня? Да-да-да, хорошо. Угу. А, ну, мы с тобой одного года рождения, так что на «ты» разговариваем, давай. Да, 85-го. Да, тоже 85-го. В общем, а, кстати, на фото вот ребенок, это твой или чей-то? Двое у меня, да. А сколько, возраст какой? 4,3 года, да? Ну, там маленький выставлен, да. Угу, понятно. Ну, у меня один 9-летний. Вот. Большой. Тут как раз все для детей есть. А вообще с ассортиментом, я так понимаю, немножко знакомы, да? Да, знакомы. Я раньше брала. Угу. Ну, раньше-то он другой был ассортимент. Вот в этом году вообще все новое. Столько всего для новорожденных, для маленьких детей все это есть. Посмотрела я на сайте. Да, боди, слюнявчики, присыпки. Вот это очень актуально. Вот. А потом, значит, что еще появилось? Одежда. Новый завод в Москве открылся. Одежды. Ну, есть как и очень дешевая, ну, примерно 2-3 раза дешевле, чем в магазинах во всех, да? Очень классного при этом качества. Так есть и дорогая одежда от Юдашкина, Рогова, например, дизайнерская, да? Вот. А детская одежда в основном хлопковая идет, там 100% хлопок, высокого качества, и пошив тоже хороший. Я вот своему много чего беру. Ну, в школу там футболки, штаны, водолазки. Водолазка вот 300 рублей хлопковая. Вот. Поэтому, ну, а раньше брала я по 600 в магазине, и они все у нас растянулись, и я повыкидывала. Вот. Поэтому скидочки тут хорошие, и сама продукция тоже вот всем нравится. Ну, особенно хостовары, конечно. Потому что вот этот карандаш пятноводитель-то у тебя есть? Пробовала? Да, карандаши я оба пробовала. Угу. Ну, с детьми-то вообще актуально. Пятна всякие везде. Да. Да, как заработала, там на России каталоги пробовали. Угу. В основном. Это где я сижу, так что ничего нет под рукой такого. Ну да, аналогов-то в магазине нет, средства для духовки тоже аналога нету. Угу. Да, вот. Ну, в общем, смотри, основная суть работы у нас 22 метода подачи рекламы в интернете, да, в моем обучении. Но все даже читать не нужно, два метода выбираем сразу. Допустим, вот есть в Инстаграме? Ну, сразу еще. Ну, я там сижу, так, страничка есть. Просто сделано. Ну, просто вообще знаком, да. Если знаком уже, пользовалась, то нормально, можно работать. Значит, Инстаграм, запишу я, и ВК ты уже есть. Значит, вот эти два метода. Ну, если захочешь другой подключить, там просто посмотришь обучение, подключишь. Начнем вот с этих, ну, двух достаточно. Вот, многие один метод используют, ну, я считаю, два лучше. Вот, в Инстаграме, значит, про программу я уже говорила там в голосовом, да? Да. Значит, один день мы открываем аккаунты вообще для работы, три дня на обучение. Один день открываем. А сколько аккаунтов открывать нужно? Я все это напишу. Вот. На каждый аккаунт не больше 10 минут на заполнение. Все это я дам, чем заполнить прямо сразу. То есть чаты можно не читать. Там, конечно, все написано, но я сразу это все вышлю. Вот. Значит, один день открываем. Один день заполняем, следующий день уже размещаем рекламу. Просто ее в следующие дни не очень много размещаем. Дальше уже побольше, потому что аккаунты новые, но с них тоже все равно можно уже работать. Вот. Если Инстаграм, то загружаем в программу. Вот. А ВКонтакте вручную, потому что... А программу надо скачивать, да? Можно в телефон установить, да. Есть для телефона. Телефон не поддерживает, если кто-то звонил телефон. Угу. Ну, а на компьютере тоже можно. На компьютер только пока. Вот это тоже зарядка быстро садится, да, так что полезно. Угу. На компьютере тоже можно, да. Аккаунты мы все равно открываем не с телефона, а именно с браузера нужно открывать, потому что мы их открываем, не привязываем к телефону, а открываем на почту. И причем все на одну почту, там секретный метод, как, ну, не надо открывать 100 почт, одну почту всего открыли, и хоть 100 аккаунтов мы все привязываем на одну почту. Это я тоже сразу вышлю. Вот. А, про
Баллы в курсе или тоже надо объяснить, что такое баллы? Ну, вот я раньше в Oriflame начинала тоже работать, там просто больная тема была. Ну, я тоже была, да, в Oriflame там, во-первых, ну, мне не понравилось. Во-первых, там 150 баллов аж. Да. Ну, потому что они спамным методом работали, мы спамным не работаем, в личку никому не шлем. Я не люблю спамный метод. Конечно, он действует, с него и будут регистрации, покупатели, но все равно спам есть спам, да? Не очень он приятный. Вот. Значит, в Oriflame, ну в чем отличие? Там 150 баллов, вот эти огроменный заказ нужно делать, плюс все дорого, вот румяна 1200 там. Тут я румяна взяла 140. Да. Ну да. Я вообще раз в полгода покупаю там, ну так, по чуть-чуть что-то беру, но, в принципе, она мне так сильно не нужна, ее же надолго хватает. Да. Вот. Поэтому нам нужнее гораздо для стирки, вот для уборки, все, что тут вот есть как раз, одежда какая-то. Поэтому не нужно смысл покупать. Вот, значит, в общем, когда наш магазин создает товарооборот в среднем 300 тысяч рублей, от меня поездка в Турцию, пятизвездочный отель, все включено, да? Вот, плюс зарплата на этом уровне 40 тысяч рублей и премия 55. Но если там, ну, примерно в полгода уложилось, то в быстрый старт попадаешь, программа от компании, там премия удваивается, 110 тысяч будет. Премия. Но она единоразовая. Дальше следующие премии, они уже больше, и следующая зарплата тоже уже больше, ну, по мере роста товарооборота. Я просто отталкиваюсь от конкретной цифры. Понятно, что первоначально она может быть несколько тысяч рублей зарплата, смотря как быстро товарооборот развернула. Ну, смотря сколько рекламы подаешь. Вот. То есть кто-то за месяц выходит на такой товарооборот, а кто-то несколько месяцев его создает, смотря как активно, то есть сколько рекламы подавать. Ну, определенная статистика. Вот я прямо сразу могу сказать, разместила столько-то объявлений ВКонтакте, да, например, то я сразу... Все это дам тоже, да, в группы, в открытые группы. Тоже дам, куда размещать и что именно размещать, тоже дам. Вот. Сколько размещаешь в день... У всех одинаковая статистика, плюс-минус один человек, да? Ну вот, столько-то объявлений, столько-то человек в день будет. Это я прям сразу могу сказать, и она что у новеньких, что не у новеньких, у всех одинаковая. Вот, поэтому, да, там сама посмотришь, сколько у тебя по времени получается. Ну, конечно, первые 3 месяца лучше побольше работать, это потом уже можно как-то расслабиться, когда все покупатели стали постоянные, уже им все понравилось, хозтовары... Они уже не хотят в магазин идти, только здесь брать, да? Это уже тут пассив идет. То есть, если ты на месяц уехала, я вот за границу, если уехала на месяц, то у меня зарплата никуда не девалась, она все равно мне придет, даже если я вообще ничего не делала. Вот, в этом и плюс большой. Ну, еще плюс, что выплаты многоуровневые, то есть, если кто-то из тех же хоть покупателей привел кого-то еще на подарок или просто так зарегистрировал, то он тоже, это твой товарооборот магазина, ну, общий, со всех процентов получаешь. Вот. Значит, в чат про начало работы, там будут, там чат на 3 часа информации, весь прям изучи, то есть, если тебя, вот, ты, например, сама не делаешь большие заказы, да, но они же не являются обязательными заказами здесь, но есть всякие программы, например, VIP-программа, если 100 баллов сделала, то под тебя от компании автоматом регистрации, такого ни в одной компании нету. Автоматом из своего города под ВИПов люди распределяются. То есть кто на общем сайте регистрируется, ну, по первому каналу вот ТВ-реклама идет, просто решили, услышали там зарегистрироваться на общем сайте. Они не какую-то верхушку идут компании, да, а между ВИПами распределяются, вот, и, в принципе... Это если 100 баллов делать. Если 150 баллов делать, скидка вообще 35%. Но если средние заказы, как я, 26% скидка. У новичков 20% скидка своя личная. Вот. Если делать... Ну, в общем, там неважно, в принципе, какой заказ делаешь. Просто смотря, чего хочешь,
если там по стартовой программе идти, определенная там сумма, да? То есть если получать наборы разных, подарок хочешь. А так, в принципе, каких-то условий конкретных нету. Если не сделала заказ, ничего страшного. Или если сделала малюсенький, тоже ничего страшного. Вот. Ну, так, работать, конечно, пришли, стараемся попробовать продукцию, ну, вот основное, ходовое, да, и сменить магазин. То есть, если в Магнит ходим там какой-нибудь, то уже туда не ходим, чай там не покупаем, чай только здесь берем, трусы только здесь, не знаю, чего еще там, для детей все здесь, всего полно. Вот, к тому же экономия средств будет. Я вот раньше тушь брала, L'Oréal, да, 550 рублей всегда брала. Все время разную L'Oréal. Все она мне не нравилась, не нравилась. То одну попробую, то другую. Ну, так себе. А тут попробовала, 159 рублей купила тушь, революционный объем, да. Вообще ресницы как накладные. Вот. Да. Вообще понравилось. Ну, это еще цена каталога, представляешь? Так я, получается, в 5 раз экономлю. Вот. Так что, ну, в общем, стараемся поменять. Но суть в том, чтобы, конечно, зарплату получать с товарооборота магазина. Потому что за один чай нам никто 200 тысяч не заплатит тут зарплату. Мы получаем процент с товарооборота магазина. Вот. 3 дополнительных сайта предоставляем. Вот, бесплатно. Поэтому... Ну, это все по ходу там работы, да, вот. Ну, в общем, все вот эти стартовые программы подарочные изучи, потому что твои покупатели будут все спрашивать, вопросы задавать какие-то, да, а как сделать заказ, а как оплатить заказ, это все нужно, конечно, знать. Вот. А, в принципе, да, у меня больше 11 тысяч людей, да, подо мной зарегистрировано, поэтому... Конечно, там, ну, примерно 40%, 50%, наверное, спрашивают, а на какую кнопочку тут нажать, а как можно оплатить? Ну, по ходу работы разбираемся. Я вот как в Казахстане методы оплаты тоже знаю, как Украина, Белоруссия. Когда уже сталкиваешься, все уже в курсе, потому что у меня оттуда есть очень много человек. Ну, сколько там тысяч, я прям не считала, но достаточно. Вот, большинство все равно с России у меня. Поэтому программы все подарочные тоже изучи, потому что все любят эти подарки, все прямо плачут, рыдают, если со стартовой слетели, ну, случайно заказ пропустили, потом обижаются на наставника, почему вы мне не сказали, хотя там все написано большими буквами, вот. Ну, это как представляешь, ты вот вроде заказик там сделал, а тебе бац, мешок хозтовара, да, в подарок дали. Конечно, потом обидишься, если случайно его не получил. Вот. Да. Да. По стартовой примерно на 1500 какой-нибудь набор дается в подарок. Вот. Плюс еще есть накопительное. Допустим, если я сделала на 50 баллов, допустим, заказ, то у меня в накопительную в конце каталога идет 50 баллов. От 5 баллов, ну, за 5 баллов маленькие подарки, маски там для лица, да? А вот 15-20 баллов уже, 25, там уже крема все, молочко, чаи, ну, вот такой шампунь, зубные пасты, да? Что хочешь, то и берешь. Что дома закончилось? Если сделала заказ на 100 баллов, грубо говоря, можешь или сколько, 20 малюсеньких подарков забрать, или 10, там, 10, 5, ну, таких нормальных подарков, вот. Если, конечно, хочешь там постельное белье, набор полотенец, халатов, то они уже там побольше в баллах. Или бижутерию вот эту дорогую. Ну, ювелирные вот эти украшения всякие. Вот. Ну, в общем, подарками завалит компания. Ну, в общем, суть это у нас, значит, открывать аккаунты и размещать рекламу. Вот. В Телеграме. Так, Телеграм... Да, в один день можно следить, аккаунт открыть, да? Ну да, а что 10 секунд открывать аккаунт? 3 строчки заполнил, пароль везде один делаем, чтобы не путаться. Вот. Поэтому, что там открывать-то? Ну, в общем, значит, сейчас я в Телеграме вышлю. Телеграм на этот номер, да, зарегистрирован? Да. Да-да-да-да. Прямо сейчас я вышлю чаты обучения.
Так, в 3 сама добавлю, в остальные 7 добавься по ссылке. И изучи чат основной про начало работы, и мне сразу отпишись, как его изучишь. Потому что другие чаты по рекламе я позже добавляю после изучения вот этих. Хорошо. Угу. А ты вот в ВКонтакте? А? Да где угодно, я везде онлайн, я, в принципе, всегда онлайн. Если что, и звони в любое время, там прямо в Телеграме можно звонить. Или это с компьютера, это есть микрофон в компьютере? Да, да, да. Ну вот, прям с компьютера можешь звонить, это бесплатные звонки там. Вот. Кому угодно можешь звонить, у кого есть Телеграм, бесплатно в другую страну. Хорошая программка, плюс еще там можно создавать каналы обучающие и в своем режиме их смотреть. Тексты, видео там загрузила, все, у тебя свой канал, другие смотрят, кого добавила. Вот, поэтому уже он более современный, чем WhatsApp и Viber. Угу. Плюс вся история в облаке сохраняется, а не на телефоне. То есть место не занимает, не подгружает, не виснет. Вот. Ну, в общем, давай тогда плотно с тобой работаю, прямо сопровождаю по открытию, по заполнению. Прямо по каждому мне звони, пиши, да? Чтобы быстро создавали уже товарооборот сразу. Ничего не тянули. Хорошо. Угу. Ну все, давай, приятно было познакомиться. А мне тоже хорошо. Давай сейчас отпишусь в Телеграме. Давай, пока. Пока.